Название это очень о многом говорит. Рука в руке – это как прикосновение, как рукопожатие, как знак доверия и радушия. И не случайно эта песня говорит вот об этом радушии, об этом волшебстве, об этом необыкновенном действии. Любовь, она очень многогранна, и уровень ее понимания бесконечен. Она поднимается так высоко, что невозможно даже представить. В этой песне говорится о том, что любовь, она может и прояснить сознание, может раскрыть душу. И действительно хочется творить, хочется лететь в эти бесконечные просторы, которым нет конца и нет предела.